И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей, и мы продолжаем играть в игру под названием Raft. Короче, вне записи поразбирался в игре, оказывается, все гораздо проще, чем я думал. Блять. Давай, хапай его. Нормально. Ого. Ничего себе. Короче, этот просел. Немножко FPS. Короче, разобрался я как да что. Разобрался я с крафтом, короче. Разобрался с рабочим столом. Кажется, все гениально. Просто мне... Так, выключи пока его. Туда ветер жду? Да. А оказывается, всего-навсего мне нужно было вообще подряд все ингредиенты сюда пихать и все. Просто вообще подряд. Полностью. Мне надо сделать вообще, короче, мокрый камень. Как мне сказали, мокрый кирпич. Песок и глина нужна. Но для того, чтобы у меня появился песок, появилась глина, мне, короче, надо нырять возле островов. Вау, пожрать быстро. Хотя бы так, здесь что-то есть? Готовая свёкла. Ха, вот ещё и это. Сейчас бы, конечно, я охуел. Так, давай-ка, наверное, выпьем. Так, окей. Короче, говорю, зашарил я вроде со всей этой хернёй. Давай, открывай, пускай плывет. Еда есть, вода есть, надо еще. А так, ну пока хватает всего. Так, эти я сюда, по-моему, тоже листья пихал. Мне надо еще микросхемы всякие найти, короче. Такое ощущение, что она где-то была, блядь, рядом. Тут вроде ничего пока не сломано. Так, идет, опа. И да, короче, крюк у меня новый. До хера я что открыл, то есть вон у меня теперь есть очень много всего. Так, изготавливаем, давай-ка ее сразу, я не знаю, но ее по идее вот сюда надо, наверное. Так, вот спереди, потому что спереди у меня вообще ни одной не стоит. Теперь попробуем ее вот так сразу закрыть, чтобы эта хуйня не сломала ее, короче. Вот. А здесь у меня будут уже стоять сеточки, короче. Как-то так. Блять, плохо видно. Ночь настала. Так, здесь у меня уже есть грядочки какие-то. Есть, кстати, большие грядки, но у меня пока на них... Позволит спать ночью, лечить больных друзей, перезапускать. В кровати также добавляет здоровье. О, воу. Доски надо. Надо кровать, короче, замутить. Короче, давай посмотрим, что я могу делать. По идее, уже все могу практически делать. Есть пугало, грядки есть, вот доски, шарниры. Ох, тихо. Вот это нормально. Так, давай, где... Кровать, листья еще надо. Короче, для чего я вот так делаю? У меня стояло здесь 4 вот такие сетки, и вот эта хуйня их вечно ломает. То есть, получается, она начинает всегда ломать с угла. Блять, ебучий звук, когда что-то ловит он. Положить доска, ладно, положу доска. Так, вот, видишь? И получается... Короче, вот, блять, тавтология. Она жрет то, что находится именно вот по краям. То есть в центр она залезть не может. Поэтому, во-первых, я все, что поставил, лишь огородил и подобавлял именно вокруг моих сеток
вот эти вот быки. То есть она их сломает, а я дальше потом просто возьму, короче, их да и отремонтирую. Ну как, поставлю сверху еще обычные эти. Как они? Ну, вот эту хуйню плавающую, и все. Короче, я не знаю, куда мы плывем, потому что островов ничего не видно. Вот видишь, она всегда начинает долбить с края. Мне надо хорошее копье, и будет прям все пучком. Так, отремонтировать. Сколько? 70, все, 100. Отлично. Так. Пока, в принципе, я думаю, можно ничего не строить. Надо только вот эти вот сеточки. Сеточки, веревки надо, веревки. Давай-ка все-таки сеток понаделаем, потому что сетки нам очень-очень-очень сильно помогают. В борьбе. Можно было вот сюда, кстати, поставить. За выживанием. То есть очень хорошо ловят все вот это, то, что нам надо. Так, картофель, давай этот жарить, этот хавать. Так, нам, по идее, надо бы рыбу половить. Да побольше. Побольше рыбы. Веревок мало, видишь, с веревками у нас пока напряг. Я, короче, пока плавал, почему тоже делал это вне записи, но потому что очень много времени потратил на все про все. Так, не понял я. Нихуя же я сейчас не понял. Вот, потратил очень много времени на то, чтобы собрать ресурсы, чтобы немножечко обустроить плот. И так, вот туда нам надо. Вон там я вижу, видишь, какой-то плот старый. Сейчас мы, конечно же, его возьмем и залутаем. Там, потому что будет по-любому что-то интересное. Так, ну вот, уже, видишь, уже у нас есть какой-то прогресс, уже что-то ловим. Ветер у нас, ага, туда. Я не знаю, короче, в какую я вообще сторону плыву, потому что я уже встречал несколько островов на одном острове. Кстати, в прошлой серии мы были. Так, веревка. Ох, 8 веревок, охуеть. Не встать. Так, что тут положить, доска, давай. Сейчас заберем оттуда все, что можно. Так, нас немножко сносит, поэтому надо еще вот сюда в сторонку немножко. Так, нет, не так сильно. Здесь сейчас заберем ящичек. Вон тот вот ящичек. Все. По вот этим не понравилось то, что можно ходить. Все, больше нечего, короче, там забирать. Остальное все, он сейчас просто упадет и все. Пойдет на дно. Нет? Нет. А, на него наступить надо, да? Ну, смотри, сейчас наступлю и все, и он пошел на дно сразу. Буль-буль-буль-буль-буль. Вот у меня такая же херня была, я же, блядь, чуть один раз не утонул в ту сторону. Ну давай, будем двигаться, короче, по ветру, я думаю. Навстречу солнцу, да, как говорится. Вот, ловится, ловится, много-много лута, который нам так необходим. Так, пожрать. Так. Давай-ка вот так, вот так. Вот так. Пожрать, потому что надо. Пытался разобраться еще в Бермуде. Что-то там я так и не понял, как сделать, короче, пластик. Мне там какой-то пластик охуевший нужен. Вот я не могу его никак все сделать. Так, давай-ка, давай-ка. Посмотрим. Вот, нам нужен вот этот мокрый кирпич. А, подожди, ладно. Хуй с ним пока с мокрым кирпичом. Парус, это все есть. А, так, календарь, стул, часы, кровать, пальмовый лист. Давай, короче, дождемся, сделаем кровать. Хотя кровать нам пока как бы не особо нужна, я так полагаю. О, отлично, отлично. Ну, кстати, этот крюк намного поинтереснее. Он и кидается чутка подальше, и как бы побыстрее он работает. О, чуть не проебал момент. Так, 9. А так получается, в принципе, этого плота, размера этого плота, я думаю, нам хватит. Главное вокруг понаставить, говорю, вот этих сеток, и все. То есть дальше мы его можем там увеличивать, еще, может быть, сетки добавлять.
Мне бы вообще хотелось попасть на какой-нибудь остров. Какой-нибудь хороший остров, где можно найти много лута. Эй, ты чё, ёбаный компот? Пошла нахуй отсюда, урожай. Собрать. Так, о, есть же ранинка. Так, есть же ранинка. Бляха, ладно. Хаваем. А, так, мясо жарим. Надо добавить досок, добавить досок. Где ты? Ты задолбала меня. Видишь, надо, короче, копье хорошее. Этим 2, 3, 4 раза ударить надо. Это, конечно, очень долго. 65, видишь, почти сломала. Еще бы чуть-чуть и все. И у нас бы все разлетелось. 9 листьев. О-о-о, листочек, листочек. Так, хорошо. Кровать мы можем изготовить. Сука. Прикольно, тебе прикольно. Так, кровать есть. То есть ночью мы теперь сможем спать. Хорошо. Давай-ка все-таки половим рыбы. Рыба-то нам нужна. Бочки бочками, а рыба нам нужна. А на горизонте, видишь, как типа туманчика небольшого. И поэтому ничего не видно, как бы далеко. Ни островов, ни хера. Но тот остров... О, а вот и остров. Бочка, бочка, бочка. Так, и вон ту бочку я даже успею поймать, по-моему. Нет, не успел, ладно. Ты, блядь, мне тут не выебывайся. Так, давай быстренько, быстренько, разовый якорь. Веревка нужна. От собака. Давай-ка вот это сейчас все заберем. Много ли веревок мне надо? Вот в чем проблема. Что-то я забыл посмотреть. 2 точно есть. Так, 2. А, 2 уже есть. Веревка. Давай быстренько разовый якорь изготовить. Отлично. Так, я вижу. Блять, а это, сука, не тот ли остров, на котором мы уже были? Мне вон туда надо. С той стороны сейчас встать. Так, и разовый якорь, наверное, поставить куда-нибудь сюда. Вообще отлично. Сейчас попробуем немножко вокруг просто проплыть, посмотреть, что здесь да как. Да вот сюда нахуй паркуйся и все, ебаный компот. Все, паркуйся. Все, вот здесь прям на месте. Опа. Хорошо. Хорошо. Залезть мы сюда, я думаю, можем. Можем запросто. Теперь смотри, что нам надо. Нам нужен ящик, то есть нам нужно хранилище. Нам надо 4 веревки, блять, и шарнир. Опять же, не можем. Маленькое хранилище, нам нужны веревки. Потому что эти хранилища у нас забиты, как обычно. Так, картопля. Ух ты, нихуя, надо пожрать, кстати. Положить доска. Ладно. Так, ага. Так, здесь семечки тудым-сюдым. Но тоже, видишь, все забито. Вот этот старый крюк у нас остался еще. Угу. Ну что, в принципе, надо идти собирать все просто. Пока что. Сейчас эти цветы мы все туда уберем. Это мы еще даже все достать сможем, по-моему. Видишь, оно возле острова, течения нет, и оно как бы все остается на месте. А по поводу акулы, мне, короче, что сказали? Она кусает... Но при этом потом уплывает секунд на 10 минимум. То есть у меня есть шанс сейчас понырять. Там, как говорят, какие-то типа выпуклости. Их мне надо разбивать. И там я буду находить как раз таки песок и глину. Так. Подожди, блять. Давай-ка вот так, наверное, на девяточку.
положим. Так, это сожрем. Вот, отлично как. Так, это попьем, наберем. Так, все, хорошо. Топор у меня с собой. Поперли сейчас, нахерачим. А манго это у нас. Доски, листья пальмовые, хорошо. Места пока хватает. Отсюда, я думаю, у нас уже получится забрать все полностью, весь лут. Ну, остров похож. Остров очень сильно похож на тот, на котором мы были. Блять. Даже, по-моему, это, сука, он и есть. А, так, цветы сюда. Семечки сюда. Вот, видишь, она как? Она его херачит. 2, 3, 4. Пошла нахер. Так. 80%. Ну, нормально, в принципе, нормально, нормально. Пока живем. Так, что сюда еще можно скинуть? Сюда больше... Нихуя, нихуя. Так, сюда можно вот это скинуть. Вот это скинуть. Вот это скинуть, да? Ананасов нет. Это у нас водоросль. Водоросль. Сука. Так, подожди. Хранилище, что, веревки надо? Давай, будем делать веревки. И делать хранилище. Хранилище нужны, потому что она по-другому, блядь, но негде. Просто-напросто хранить лут. Так, хранилище. Куда их? Ну давай здесь и поставим. Вот сюда и вот сюда. Все, нормально, место есть. Хорошо. Ага, все понятно. Так, весло сюда, удочку сюда. Копье пока оставим. Так, для копья надо копье, кстати, сделать. Что нам для копья надо? 3 веревки и доски. Сейчас сделаем. Так, хорош. Так, вот это, я думаю, все нам тоже желательно забрать. Что нам, бля, будет валяться? Сколько нам будет? 3. Ну, конечно, хорошо. Так, ладно. Да, это тот же самый остров. Я так полагаю, мы, походу, сделали каким-то образом круг и вернулись на него. Кондиционер, чуть-чуть холодно. Так, окей. Хорошо, хорошо. Прямо хорошо. Ну, видишь, мы, допустим, в прошлый раз мы возле этого острова не ныряли. Сейчас мы поныряем. А, возможно, даже дождемся того момента, когда... Ух ты! Убьем акулу и, соответственно, потом начнем нырять. Возможно, будет и так. Так, давай-ка нам надо сюда слезть. Хватает места? Хватает. Большое хранилище было бы, конечно, намного лучше, намного эффективней. Так, цветы это все нам для краски надо будет. Хотя мы даже, блядь, пока красить ничего не собираемся. Это вот стопудово. Давай-давай. Опачки, хорошо. Так, давай смотрим. Эта хуйня нам ничего не поломала пока. Пока нет. Давай сразу делаем веревки. Так, веревки сделали. Нам надо копье. Копье сделали. Ох ты, бля. Ладно, сейчас. Хорошо. Так, это сюда. Что тут мы еще можем сюда выкинуть? Это сюда можем выкинуть. Блять, и все, да? Так, сюда вот это. Ну, так, здесь поболее, да. Вот это тоже сюда. Ладно, нет, это все. Семушки, да? Так, здесь что мы можем? Вот это сюда. А где, блять, ванга у нас лежит-то? Походу вот здесь, да? Походу здесь, да. Так, 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 так. Подожди, а металлолом? Вот он. Копье, давай-ка мы вот сюда пока поместим. Эта хуйня все плавает. Эта хуйня все плавает, да? Так, ну давай попробуем теперь залезть наверх еще.
У нас тут есть куда, короче, залезть. Просто это, если честно, ну, все не очень удобно здесь сделано. Блядь, да подожди ты, ебаный компот. Вот сюда. Теперь сюда. Окей. Так, эти два синих забрали. Вот, видишь, теперь мы где? Это арбузики. Я ж тебе говорю. Тут хватает лута. На самый верх, правда, я так и не смог залезть. А, сейчас, кстати, попробую, может быть, получится построить прямо здесь что-то. Потому что в основном у нас все строилось только на плоту. И, видимо, из-за этого я не мог пробраться наверх. Смотрим. Лесенку мы сделать какую-то. Потому что здесь все, здесь мы уже. А, да, здесь мы уже не туда. И здесь мы тоже никуда залезть не можем, по-моему, да? Так, да. Сверху там еще что-то есть. Да, посмотрим. Нихуя, да? Лесенки, допустим, давай. А, гвоздей нет, ёпта, ладно. Нет, только на это можем строить. Хорошо. Хорошо, тогда давай посмотрим, можем ли мы еще вот этих сеток сделать. Веревок не хватает у нас. Веревок не хватает. Давай сделаем еще веревок. Так, подожди. Манго, семечки. Так. Сюда, походу, все, да? Здесь больше ничего. Так, здесь что мы можем туда? Так, листья заберем. Друзья, что, у нас больше листьев не было? Мы сейчас ничего не рубили, что ли? А, я же запустил на эти, все, окей. Так, давай-ка сюда мы что, арбузы положим? Доски заберем. Это положим. Так, сюда. Это тоже сюда. Так, вот это сюда. Так, красных нету, да, походу? Ладно, это сюда, это сюда. Это тоже, это тоже. Ну, давай вот эти сюда положим. Окей, есть веревки, есть еще семечки черные. Подожди, черных нету, да, у меня здесь нигде? Нет, ладно. Хорошо. Подожди, веревки нам сюда типа никуда не надо. Веревки есть у нас. Семечки нам сюда точно не надо. Это нам тоже сюда. Там перья нужны, короче. Перья, бутылки. Бутылку нам вот какая-то слизь нужна. Слизный. Слиток нужен. Короче, до хера. Это что у нас? Средняя грядка. А, это выучено. А, в принципе, смотри, в принципе, у меня осталось-то немного так. Так-то немного. Но нужна слизь. Сук лианы какой-то. Так, давай спать. Все. Блядь, у нас голодно, голодно нам. Нам голодно, ебаный компот. Нам очень сильно голодно. Ноль. Так, хорошо. Так, рыбу спиздим. Рыбу-то жарить надо. Хули она у нас лежит. Просто так. Давай. А, ну ладно. Хорошо. Так. Ну, что ты его не берешь-то? А, так. Надо приготовить. Это надо приготовить. А ну нас давай так захаваем, посмотрим, он, по-моему, воды больше даст. Ну, отлично. Так, положить доски. Так, теперь давай попьем. Вот, хорошо-то как. У нас парус еще был, да, открытый? Так, ну чё, я думаю, пора. О, подожди, вот эту херню надо построить. Так, пластик. Пластик у нас какой-то из... коробок был в какой-то
какой-то из коробок. Вот в этой, да? Да, пластика мало, видишь, пластика мало. Ну да ладно, вот здесь мы его поставим. Пускай стоит. Так, веревок хватает. Можем. Гвозди надо, гвозди. Гвозди тоже у нас где-то есть. Вот они были, кстати. Так, раз. Веревки закончились. Как обычно, блядь, веревок у нас постоянно не хватает. Так. Мы в основном плывем этой стороной, да, поэтому я, ну, не знаю, давай вот здесь поставим пока что, чтобы мы хоть где-то ходить могли. Так, давай, дождемся ее нападения. Ее, причем, говорят, можно убить. Да хули ладно, давай. Вот она, сучка, напала, да, на нас? Давай-ка, ладно, залезем. Ух, блядь, а бьет нормально, бьет нормально. Что, здоровье восстанавливается очень медленно. Так, смогу ли я ее, блядь, под землей убить? Я что-то достал. Да, я достал глина. Давай, вот я сразу ее изучу. А изучить глину не надо. Хорошо. Хорошо. Все, понял. Где ты, гнида? Ну давай же, давай. Давай, сука, нападай, нахуй. Ломай мне чё. Ну, это нахуй. Давай, сейчас я, по-моему, убить должен. Нет, еще, да, не убил. Ладно. Хорошо. Хули, ладно. Париться не будем. У нас здоровье почти полное. Поплывем. Так, давай, давай. Ничего страшного. Заденет, заденет нас. Надо просто, короче, быть. Будем еще так делать, если успеем, да? Так, подожди, не успеем. Давай, восполним запас кислорода. В принципе, смотри, в принципе, нормально. Не особо много у нас кислорода уходит. Так, ракушка нужна нам туда, нет? Изучить. Да, смотри. О, я могу теперь птичье гнездо сделать. Птичье гнездо мне сказали, кстати, надо делать. Так, хорош. Че, ты будешь нападать? Не будешь? Вон оно, да? Бля, мне бы ее запиздить. И все, и у меня было бы время. Причем времени было бы нормально, насколько я знаю. Давай, че, будешь нападать? А, нет, гнида. Ротичкую. Да ладно, хотя, блядь, нормально. Вот, песок все взял. Так, наверх. А, так, песок нам нужен сюда? Я не помню. Песок не надо. Отлично. Так, я могу сделать мокрый камень. Да, мокрый кирпич. Теперь мне его надо просто положить, и он, короче, высохнет. Все, он высохнет, и потом я его, короче, заберу. Хорошо, мокрый сухой кирпич мне потом сюда нужно будет обратно запихать. Так, еще мне железный слиток нужен, блять, ебаный. Улучшенный гриль. А у меня сейчас, что мне вообще надо-то, подожди, изучить. А, вот, мне плавильня нужна. Вот, мне сухой кирпич нужен будет, плавильня, и у меня тогда будет заебись. Вот эту слизь надо, сок лианы. Каким образом его найти? Сок лианы. Ой, блядь, топор нужен, нихуя себе, у меня топора сейчас не будет уже. Веревка 4. У меня одна только. Конченая хуйня это, конечно. Да, там, конечно, что-то есть. Это типа мне надо будет ужасно высокий плот делать. Так, та плавает. Пожрать надо. Давай пожрем. Вот если она сейчас еще раз нападет, мы ее, ребята... Видишь, она так, блядь, не пробивается. Я вот не понимаю, почему. Она же как бы плавает, все равно рядом же здесь. Так, жарь.
пробьем сразу. Сейчас, если ее мы бахнем, мы, короче, можем смело прям. Давай, давай, блядь. Дождемся сейчас, дождемся этого момента и, короче, смело начнем нырять. Смело начнем нырять, смело вон то все барахло подымать. Потому что мне сказали, что там вот как раз таки глина, песок, это нам все прям очень сильно нужно будет. Такая погода уже была, я в такую погоду плыл, ни хера не видно, короче, волны бешеные, плотик маленький, страшно, пиздец. Ну давай, давай, нападай. О, начинает убутыхать. Нам нужен постоянный якорь просто, вот якорь нам нужен. Без якоря, блядь, тяжело постоянно. Короче, надо будет сейчас ниже понырять, посмотреть. О, вот это да. Погода прям очень хероватая. И вот теперь за счет тумана вообще. Где она? Ну давай, блин. Налетай, сучка. Она должна сейчас напасть. Вот серьезно, она должна напасть. Прямо обязана. Что по времени уже как бы ее с периодичностью, которая она нападает, она уже должна напасть. Давай. Нам, короче, нужен шарнир, блять. Ну и где мы? Посмотри, как нас понаедут, а? Ну, благо плод хотя бы, короче, не ломается. Я ее не вижу, хоть убей, короче. Ой, блядь, да похуй, ну тут уже, в принципе, делать-то нечего. Ну, блядь, я понырял. Короче, что мы сгибать? Давай пожрем, чтобы было полное. Это вся херня у нас. Так, попить надо. А, я, в смысле, не вылил до этого, да? Отлично. Я не вижу хоть тебя. Да ладно, короче, насрать. Сильно не укусит. Вот она. Вот, сука, она, короче, плод ебашит. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Давай, херачи. Херачи, пожалуйста, убей ее. Нет, не убил. А жаль. А жаль. Так, ладно. Сейчас она меня немножко здесь покоцает по любасу, да? Так, ну все, она, короче, секунд на 10 должна уплыть. Ну, да, ну нахуй. Это пиздец тут. Слушай, глубоко как. Ой, как глубоко. Блять, смотри, еще раз ебанула. Ладно. Короче, что у нас? Глина, песок есть. Хуй, поперли отсюда. Убираем временный, сделаем потом себе нормальный. Так, разворачиваемся и поперли по ветру. Причем поперли, смотри, как быстро, да? Ветер хороший. Так, взять сухой кирпич, отлично. Сейчас теперь благодаря сухой кирпич мы, по-моему, тоже надо сюда его поместить. Изучить, что у нас появилось. О, у нас появилась теперь плавильня. Как раз то, что нам и нужно. Так, ну чё, короче, мы хули плывем, не пойми куда. Нихуя не видно. Так, так, так. Нужен, короче, пластик. А, позырим. У нас есть, по-моему,
грядки, грядки, грядки и средняя грядка. Блять, выращивать. О. Ага, понятно. Позволяет выращивать большие растения. Большие растения нам и надо. Давай попробуем тогда сделать средних грядочек. Ух, ну нихера. Вот это гряда. Грядочка, так грядочка. Причем два больших растения можем, да? К примеру, что мы можем посадить? Что у нас есть? Арбузы нет, он у нас и нет. А манго. Посмотрим, как у нас манго восстанавливает. Ну, манго посадим сейчас. Семечки манго. Нихуя, арбузы походу только посадить. Погодь. Это туда сюда. Это сюда, а это сюда. Да, это вот средняя, мне нужна получается, значит, большая. Все, бабочки полили. Это сюда. Так, где-то удочка у нас должна быть. Так, так. Это все хапаем. Так. Давай здесь немножко закроемся. А, это опять у нас кончилось. Это херня. Ладно. Это опять темно становится. И у нас тут удочка. Нормально, да? Это все попается, что нам надо. Так. Ну, погода, конечно, просто отвратная. Ладно. Пугало, что он делает? Пугает чай. А, подожди, нет. Не надо. Не надо, что? Так, получается, смотри. Гигантский моллюск нужен. Листья. Пальмы, да? Гигантского моллюска у меня нету. Моллюска. Так, сухой кирпич нужен. Сухой кирпич. 6 сухих кирпичей. Это мне надо 12 песка и 12 глины. Ну до хера. Прям до хера. Так, что мы можем еще? Типа блатная удочка. Болт 8 ребер. Крепче, немного профессионально. Хорошо, тут есть. Или наживка. Я вот, короче, так не удоплил. Он такой маленький. А, морской лещ нужен какой-то. Надо было к нему. Такс, такс, такс. Здесь, по-моему, больше пока ничего изучить не можем. Да, видишь, нам нужна сталь. Нам нужна вот эта вот херня. Вот знал бы, я бы этот суклян сюда бы запихал, короче. Так, как раз хилки нужны, перья, это что? Медный слиток нужен. Стекло. Так, это все у нас выучено. Так, подожди. О, это что было у нас здесь еще? Опреснители лучше. Хорошо. Там батарейки. Много чего тут есть. Короче, много чего тут есть, много чего тут будет. Окей. Да, листья полезно больше. Ловит, хорошо. Видишь, поставил по периметру, уже получше. Так, три. Так, здесь есть. Моллюск нужен. Моллюск. Здесь, видишь, здесь шарнир нужен. Это тогда поворачивать деревья надо. Держи одну такую. Поставить и уже будет все хорошо. Сейчас у меня сдохнет уже. Нет, ну,
что-то ощущение, то ли это новое, то ли что. Чего он у меня отдыхает? Так. Ну, это вот туда. Опа. Опа. Так, а мы хорошо. Из этого пока ничего не сделаем. Здесь тоже ничего не делаем. Тоже. Так, фонарь. Их светит в темноте. Давай изготовим, поставим. Вот другое дело вот у нас, да? Хотя бы что-то видно будет. Вот, нормально. Дальше. Так. Краскотека. Так. Перетирает цветы для получения краски. Работает на энергии воды. Два камня. Это мы можем сделать. Показывает время. Ладно. Тут так. На нем удобно сидеть. Сочетается со столом. Ну, да, займемся. Так. Коврик. Увеличивает шансы. Шансы замазать ноги. А, уменьшает шансы. Так, трофей, голова акулы, можно вот это сделать, вот, потому что у меня есть, вот, можно хранить вещи, табличка. Угу. Минуты делать так на него или под него сочетать. Так, хорошо, трофей, давай-ка трофей куда-нибудь бахни. Вот туда. А, кстати, это же у нас все, урожай уже? Нет, еще не урожай. Где у нас башка акулы? Ну что она у нас крепится? Походу пока что ни на что. Ладно. Так, вон, смотри, вон, 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 вон. Вон там платецкий. Сейчас мы еще там лутины наберем. Вот, уже нормально, смотри, этих побольше стало, лута много становится, да? Так, давай-ка этот сильнее туда на него. Еще сильней. Так, не настолько. Чуть-чуть обратно. Да, блядь. А, ну ветер в ту сторону, правильно, нас сносит. Чуть-чуть. Давай, давай, братуха. Все, выравнивай. Сейчас я быстро на него и все. Заберу, что там есть. Вот, видишь, и все. И он сразу тонуть начинает. Хлам, веревка, камень. Может быть, что-нибудь нормальное. Так. Нельзя, да, собрать? Хорошо. Что-то хапнулось, нет. А это, блин, ты посмотри, она все плавает возле нас. Так, ветер в ту сторону. Ну давай, что? По ветру, поплыли. Ну, поплыли же, да? Так, ну мы смотрим, мы, в принципе, постоянно плывем на восход. Немножко туда, нормально. Ветер как раз сейчас в ту сторону, поэтому прям все пучком у нас. Так, надо бы пожрать что-нибудь. В принципе, что у нас есть? У нас есть куча чего пожрать, если так разобраться. Да, восстанавливаю, читаем на то и то. Это прямо в цвет. Все, пожрали. Хорошо. Островок бы найти, да? Хорошенький. Так, ну чё у нас? Давай-ка сделаем еще веревок. 8 есть. А давай-ка мы тогда, наверное, что делаем еще ловушку. Ловушки вот сюда ее. Так, вот куда бы ее поставить, я так думаю. Наверное, ее надо. Так, да, желательно вот сюда. И теперь нам надо еще, короче, вот поставить вот эту меню, чтобы он там ее закрыл. Блять, не упасть бы. То я потом просто не успею сюда залезть. Ладно. Понял, промахнулся. Так, все, урожай забираем. А, так, вот что нам надо. Вот туда. Блин, что мы сюда идем. Сейчас я
искать почему-то, я не понимаю. Вообще не по идее раньше вздыхали. Да и до этого у меня одна катакомба вздыхала. И да, просто я не знаю точно, попадет ли она у меня в мою сеточку, поэтому лучше ее заберу сам. Так. Вот совсем другое дело. Вот так, все. То есть это у меня уже все под защитой. То есть, конечно, она сломает, даже если я их подчиню. Так, ну и вот остров. Давай-ка, я думаю, его уже тоже залутаем и на этом серию закончим. Так, там бочечки. Давай-ка, наверное, все-таки сначала к бочечкам. Это все заберем. И опа. Так, хорошо. Так, а теперь разворачиваемся и в ту сторону. Отлично. Остров, кстати, небольшой. И не факт, что я на него заберусь, но надо к нему подплыть, вообще посмотреть, это возможно ли это. Так, давай-ка мы вот это все поскидываем. Арбузы кончены. Так, где-то здесь у меня весло должно быть мое. Так, это пока сюда все. Картошку сюда, песок сюда. Ага, вот, вот отлично. А вот и мое весло. Да, прям очень нехотя оно плывет. Сейчас посмотрим, ну, по-моему, блять, высадка. Мы сейчас, если что, короче, другой стороной подплывем. Разовый якорь. Веревок нету. Веревки мы сейчас сделаем. Я сейчас той стороной к нему подплыву, короче. Смотри, вот так вот раз. Теперь резко вот туда. Давай, 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 браток. И сейчас вон той стороной, короче, к нему подплыву. Нормально, нормально. Вот это да. Так, давай, веревка и камень. Быстренько веревки сделать. Сколько есть, быстро камень взять. Так, все. И быстренько разовый якорь изготовить. Так. Давай, короче, во-первых, нам его поставить надо, да? Вот сюда, я думаю. Повернулся. Хорошо. Давай подплываем. Сейчас его там бросим. По идее, мы должны туда, короче, попасть. Сможем оттуда допрыгнуть? Так, хорошо. Смотрим. Фу, запросто. Прямо запросто. Давай-ка тогда быстренько барахлишко скинем. Что у нас тут осталось, чтобы оно нам не мешалось. Так, надо, блядь, этот сделать. Топор, кстати. Быстренько. Быстренько. Топор, хлам и веревка. Ну, блядь, как обычно. Так, это нам не надо сейчас с собой. Так, хлам. Удочку оставим. Весло можно еще оставить. Так, сейчас там сделаем веревку. Хлам у нас с собой. Хорошо. Блять, упал. Так, ладно, так мы не допрыгнули. Хорошо. Блять, давай-ка мы тогда что замутим?
деревянная крыша. Нет, 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 мне нужен деревянный настил. Не успел. Ладно. Хорошо. Так, подожди. Деревянный настил. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Так, так, так. Поднятый пол. Только друг на друге, да, можем ставить. Хорошо. Давай-ка мы тогда отсюда сверху прям залезем. И посмотрим отсюда, что мы можем сделать. Деревянная колонна. Блять, гвозди теперь надо. Хорош, гвозди есть. Так, давай вот сюда одну, вот сюда одну. А, ну вот все правильно. Опа. Угу. Хорошо. Я проверим, будет ли оно держаться. Мне теперь нужен просто деревянный настил, да? Во! Говно вопрос. Вот это я понимаю. Так, давай быстренько делаем веревочку. Веревочку. И... Да ладно. Мне что, не хватает веревок? Ты, блядь, издеваешься. Так, здесь больше ничего. Ладно, сейчас быстренько соберем. Все так, что можно. Арбузы там, тудым-сюдым, цветошки. Сейчас мы нахуй замутим. О, блядь, напугался. Так. Что мне... Ого-го-го-го, мне надо пожрать, мне надо пожрать. А, ну у меня вон есть ананас. Так. Доски. Две веревки надо, оказывается, мне еще. Блять. Сука, закон подлости, да? Это реально. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Так, доски, кстати, у нас были. Где-то я их видел. Три здесь. Нет, досок тоже не было. Сколько нам досок надо? 8, 2 веревки. Ты, блядь, серьезно? Че, блядь, зазря тут подплыл сюда. Столько времени потратил. Блядь. Нехорошо. Так-то вообще есть где что забирать, но, блин... Это мне надо еще 2-4 пальмовых листа, а у меня эти пустые все. Ну, короче, ладно, что, ребят, на это будем заканчивать тогда. В принципе, серия все равно у нас получилась довольно-таки плодотворная. Мы уже сегодня и поныряли немножко, и как бы... Плотецкий улучшили, до туда мы, конечно, хера... Докинем ее. Почти. Дальше посмотрим. О, отлично. Доска. Так, вон еще доска. А, нет, это пальмовый лист. Отлично. Нет, до туда уже не докинем. Все, понятно. Ну, короче, блять. Короче, блять, надо было этот, что-то как-то немножко по-другому думать, да?
Ну, целенаправленно сюда плывешь. Сучка. Съебалась. А не, вот, сейчас нападет. Сейчас нападет. Нет? Она почему-то, короче, хилится как-то. Я думал, она умрет. Уже, ну, как бы, по идее, должна была. Но почему-то нет. Она почему-то до сих пор, сука, живая. Попробуем туда закинуть. Давай, вот, вздыхай. Вот. Так ты мне нравишься больше. Давай, давай, давай. Все, типа. Все, типа. Вот. Быстренько сохраняемся. Так, ну что, ребят, не получается дальше записывать. Короче, на этом закончим. Итак, серия длинная получилась, в принципе, продуктивная. Вот, ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока.